Озвучил МакКеллори при поддержке группы Vine Video. Реакция стариков на технологии. В этом выпуске Google Glass. Окей, в этот раз все будет несколько иначе. Окей, это будет не видео. Ладно. Взамен вы будете реагировать на это устройство. О, боже. Надо взять, да? Ну ладно. Странная хрень. Что-то научно-фантастическое. Кажется, вот здесь можно увидеть экран, когда вы это наденете. Похоже, не так. Это возможно. Нет, не так. Это выглядит как... будто бы я робот. А, это Google Glass. Это они. Боже мой! Космический корабль Земле, прием! Космический корабль Земле, прием! Время вопросов. Вы знаете, что это? Похоже на мой слуховой аппарат. Похоже на что-то для видеоигр. Я бы сказала, что это что-то вроде Google Glass. Похоже на одну из моделей Google Glass. Google Glass. Да. Боже мой, никогда не видел их вживую. Как вы узнали про Google Glass? Я просто клёвая. Можете их надеть? О, мой. По-другому вверх ногами. Они уже включены. Как с ними работать? Ну, наверное, что-то нужно воткнуть или скачать для них. Наверное, надо на что-то нажать. Должна быть хотя бы кнопка включения. Уже включили? Уже включили, значит. Ну, тогда я не имею ни малейшего понятия. Чтобы их использовать, с ними надо говорить. Да вы шутите. Они сделают все, что я скажу? Нет, только на определенные команды. Окей, первое, что вы попробуете, это сделать фото. Вау. Скажите «Окей, очки» и ждите сигнала. Затем вы скажете «Сделай фото». Того, на что я смотрю? Ага. А где же зеркало? Шучу, шучу. Окей, очки, очки, окей, не знаю. Окей, очки. Окей, очки. Сделайте фото. Зарегистрируйтесь. Зарегистрируйтесь. Как мне это сделать без ручки? Ля ручка. Окей, очки. Сделайте фото. Окей, очки, сделайте фото. Видите? Вижу. Вот она где. Ядрён батон, это охрененно. Что вы думаете? Я думаю, это невероятно. Надо купить такие. Технологии с ума сошли. Сколько эта штука стоит? Это клёво. Угу. Но мне не нравится. А теперь давайте попробуем снять видео. Окей. Теперь вместо «сделай фото» скажите «сними видео». Окей, очки, снимите видео. Окей, очки. Снимите видео. Привет, мы тут. Привет, ребята. Нас видно? Потрясающе. Боже мой. Здорово. Видео с резиновым членом. Чего там написано? Так и написано. Может, мы что-то... Смотреть видео с резиновым членом? Боже мой. Порно-видео на вашем порно-телефоне. Вы, похоже, случайно в интернет вышли. Давайте попробуем это слать имейл. Окей, очки. Отправить сообщение... Fine Brothers. Текст сообщения. Боже мой, это невероятно. Знаете, что я думаю будет после этого? Импланты. Теперь мы покажем вам, как использовать эту штуку как телефон. Круто. Звонок. Сначала надо окей очки. Окей очки. Позвони-ка Рафи. Оу, регистрация. Окей очки. Позвоните Рафи. Ой, звонок не удался. Алло. Да. Здравствуйте. Слышите меня там? Да, я вас слышу. Я слышу вас здесь. А как так-то? Алло. О, боже мой, прямо в уши. Это правда, должна признать, это замечательно. Как будто я в другой мир попал, вот так внезапно. Технологии только что проехались по мне, как большой старый грузовик. Мы еще не закончили. Теперь вы попробуете задать им вопрос. Можете спросить про погоду, ну или про что угодно. Ну, то есть все, что вы делаете обычно с Гуглом. Именно. Окей, очки. Нет, назад на рабочий стол. Окей, очки. Гугл? Я задам тебе вопрос. Какая завтра будет погода? 25 градусов тепла и переменная облачность. Спасибо. Она не ответит. А, вернитесь назад, сделайте это снова и спросите о чем угодно. Который сейчас час? В Сингапуре. Откуда они это знают?
Откуда? Можно слушать музыку, можно устанавливать напоминания, появится уведомление и будет вам о чем-то напоминать. Также постоянно выходят новые приложения. Все подряд, начиная с рецептов, заканчивая навигацией. Что вы думаете о всех этих возможностях? Это клево, мужик. Это такая штуковина, которую мы представляли себе в детстве. Но для начала я привыкну к своему смартфону, планшету и компьютеру. К ним лучше сначала привыкнуть. Но я уверена, что куплю себе пару таких очков. Должны быть правила, когда и где вы можете этим пользоваться. Знаете что, меня бесят люди, которые сидят в телефонах. Как вы думаете, это практично? Ну, постоянно пользоваться может быть напряжно. Ну, понимаете, на улице, например, а дома можно. Они слишком неудобные, чтобы носить их целый день. Но вы можете попасть в несколько неприятностей из-за этой штуки. Или вы можете быть настолько поглощены ею, что вы сойдете с тротуара и вас собьет машина. Я думаю, это практично, и со временем они станут только лучше, как и все технологии. Станет ли такая технология когда-нибудь обыденной? Возможно. Но внуки мои точно купят. Да, конечно. Мне интересно, насколько защищенными остальные люди будут себя чувствовать, когда вы будете носить такие очки и записывать что-то, о чем они даже не догадываются. Давным-давно в 50-х. Когда у нас были комиксы, у нас был Дик Трейси и коммуникатор Дика Трейси. Это считалось так круто. Сравните. Сделайте какой-то прогноз, основываясь на технологиях из вашего детства и тем, что есть сейчас. Ну, нужно смотреть с точки зрения перспективы. Я помню, как я впервые увидел телевизор. Маленький черно-белый экран. У нас были стационарные телефоны, работающие через оператора. А видеокамеры были большими и пленочными. Я помню, как звонила парню, в которого была влюблена. И у него в квартире не было телефона. Так что мне приходилось звонить управдому, ему приходилось подниматься наверх, чтобы позвать его, он спускался вниз. Но сейчас мы с этим парнем общаемся через Facebook. Он все еще живет в Уругвае. Я не знаю, как многого мы достигли. И принимаем это как должное. И, наконец, стали бы вы пользоваться Google Glass каждый день? Нет. Возможно, да. Я так не думаю. Нет нужды в этом. Да, конечно. Да. Ну, скорее, нет. Да. Возможно, нет. Это следующая ступень, которой жизнь и бизнес нас подводят со словами «Если у вас этого нет, мы блокируем ваш счет в банке, вы больше не можете ходить в ванную и не можете взять тачку на прокат». И потом вы такие «Ну, окей». Берете и включаете.